Так, ну ми повертаємося до нашого ефіру. Дивіться, друзі, що я зараз зроблю? Я зняв окуляри. Декілька днів тому назад я подивився на себе в церкву і вирішив, що ось ці брови потрібно збривати. Проте наша сьогоднішня гостя Марія Притолюк, чемпіонка Європи та України з макіяжу та оформлення брів, мене відмовила. Та да -да -дам! доброго ранку! Доброго Доброго Привіт. Ну що, поговоримо про брови? Звісно, з удовольствиям. Що Каті треба зробити з бровами? Не кажи, что мне нужно их сбрить. Самое главное не сбривать как раз таки, а хорошо и правильно за ними ухаживать. Это самое лучшее, потому что на данный момент в трендах это максимально натуральные, красивые, пушистые брови. Поэтому чем меньше мы э, создаем искусственный вид, тем лучше. Ага. Это значит, что не нужно там прямо высмыкать, вот так вот, чтобы были четкие э... Хочеш збрити, так? Да? Світ, ну, все так оформлено. Ну, взагалі, от я знаю, що просто раніше, так колись там було модно там ниточки, да? потім почали вимальовувати прямо графічні брови. Зараз як вони мають бути вигляд, ну, такі, мати наче натуральні. Да, в ідеалі це брови, вичислені наверх, пушисті, ага. Это Це идеальный варіант. Ну, звісно же, все зависит від пожелания принципе, любого клиента, и также о том, как вы себя чувствуете. То есть очень важно, чтобы вы себя воспринимали правильно, да, с этой формой бровей. Вот, в э, знаешь, ктось, Я что-то не понял, а как себя правильно воспринимать с этой формой бровей? Потому что мне говорят, что они схожи на брежневские. Нет, я считаю, что э, вам замечательно нужно себя воспринимать, потому что у вас шикарные брови. кто по c до характеру такогоц такого характер. характер. это счастье это так? большая радость на самом деле потому что очень много возникает вопросов и проблем с тем что у Uh, не у всіх так ростуть брові, чесно вам скажу. І <рес> <рес> очень часто приходиться якраз такивати, тому що не хто. Ага. Да, а вам ну, очень ти не домальовуєш. Там, <рес> Як це не домальовую? Я кожного дня перманентним маркером собі а ти намалював і тепер говорить, от у мене такі брови. А от подивіться, нам вже десять разів про свої брови сказав. Головний результат. <рес> так, головний результат. Маємо те, ще маємо. <рес> я собі на завтра суцільну зроблю. Одну. <рес> Слухай, Марія, от я не знаю, з чого Макс був чемпіоном взагалі колись. У Я знаю, что ты чемпионка Украины и Европы с макияжем, это оформление брифа. Я в можно быть чемпионкой в этом мире? Это очень сложно, сразу скажу, потому что это очень много труда. Точно так же, как когда э, там, девушка занимается гимнастикой, например. Это ежедневные тренировки, это очень большие усилия, и здесь происходит все точно так же. Стандартная подготовка к чемпионату по макияжу занимает около полугода. Я к тебе в вот так. А как <laughs> происходит эта подготовка? Это что значит? Тренировка по 2 часа на неделю? По 6, по 6, да. А Лично а у меня еще... проходило полгода через день тренировки по 6 часов. То есть вы выбираете mm -hmm. себе модель, и вы с ней прорабатываете каждый день один и тот же макияж, с которым вы будете выступать. И цепи в руку. Да. Ничего себе. Потому что чемпионат – это выполнение процедуры на время. То есть у меня было всего 30 минут mm -hmm. для того, чтобы выполнить полностью весь макияж, чтобы он выглядел качественно, технично, и при этом красиво подходил модель. Слухай, а, дивись, первое ваше тренирование – сколько? часу займав макіяж? Порядка 8 часов один глаз. Нічого собі. А як взагалі як це так вкластися? Спочатку одне око близько восьми годин, а потім загалом макіяж за пів години. Для це... этого і нужны, нужно столько тренировок, тому що з разу в раз одно і те же и с кожним разом виходить швидше, чітче, качественнее, і технічні. Тобто потім ти вже з закритими очима можеш. Тобто, це ті макіяжі, які я можу зробити хоч там. 4 утра с одним закрытым глазом и получится то ровно точно так же. Слушай, а какие макияж на, ну, на разе полюбляют наибольше? Честно скажу, что на данный момент самый любимый макияж – это нюд. То есть чем да. меньше видимого в макияже, тем лучше. То есть чем, чем больше ты натуральнейший, тем лучше? краще. Да. Ну такой себе, макияж без макияжа. Ага. Ну выяснки в целом не загадок и я уже макияж без макияжа. А в целом возможно, чтобы в не помидать макияж. На самом деле да, на самом деле да, потому что мой стандартный макияж на работу это легкий нюд и при этом, честно вам скажу, у нас есть там на работе группа государственного образования, это люди учатся по полгода и они там четыре месяца из 6 думают, что я каждый день не накрашен. Ну, я взагалі я не знаю, чи ти нафарбована, але мені да. здається, що ні. Да. близько вот. лише губки і все. <су> 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 вот в этом і основна да. и основная задача. На самом деле, такой макияж выполняется если изначально, то достаточно длительно, это может занимать около часа, но в повседневной рутине достаточно 10 минут. Так, а давайте повернемось до брів. Розкажіть, будь ласка, як за ними правильно доглядати. Болі інтересуючий вас вопрос, да? так? З цієї сторони, з ну, ти сторони у нас А Ми з нею працюємо в парі. Ми з ним виходимо парою. Я пазула. Що саме касаемо бровей? Ну, в принципі, як за ними правильно доглядати? Яка форма вона. Яка взагалі форма повинна бути? Є універсальна чи кожному своє? Давайте почнемо з того, що є окреме моделірування. Бровей для мужчин и отдельно моделирование бровей для женщин. То есть это кардинально две большие разницы, как говорится. Что разница? Вот если мы берем для человеки бровы. Для мужчин самое главное, на мой взгляд, конечно же, это то, чтобы вы оставались естественным, скажем так. Без четких графичных линий, без такого эффекта, как будто прям мы взяли и нарисовали. А так это же бывает? Конечно. Пацаны тоже носят? Да. У меня очень много клиентов. Когда я, я из Одессы, когда я еще работала в Одессе, я очень удивлялась, что у меня 80% клиентов были мужчины, а не женщины. Я думала, что же не так. Ого. Да, но на самом деле мужчины точно, ровно точно так же хотят быть ухоженными, красивыми, уверенными в себе и хотят выглядеть аккуратно. Для этого нам нужно убирать только то, что лишнее, только то, что визуально делает брови более неухоженными. Да, mm -hmm. То есть ни в коем случае мы не выводим одну сплошную красивую линию, все там гелем не вычесываем, не укладываем. То есть это должно выглядеть натурально. И, естественно, выбираем э, одну сплошную бровь, все с которой сильно. вы обещали прийти завтра. Я намалюю перманентным маркером. До речи, моноброва, вот, про которую вы сказали, не в моде зараз, Ни среди женщин, ни среди мужчин? Э, к моему огромному счастью, не в моде. И я надеюсь, что не войдет. Ну, а это такие модные же рыбачки? Мода може не убить, да. она так. мода, мода, мода вона такая примхлива, что сегодня не, а завтра уже и... На самом деле, да, но уже были попытки вернуть, например, старую моду, да, если мы говорили с вами про брови ниточки, они были модные в 90-х, и вот буквально там, наверное, года 4-5 лет назад э, все видели обложки там Рианы, да, где у нее да, такие тонкие, так, да. тонкие брови, и пытались опять это внедрить. Слава богу, не прижилось. Ну, люди же как-то видят, что хорошо, а что не хорошо, правда? А если мы говорим о так, что тут с у нас? Здесь самое главное оценить правильно базу, то есть то, как выглядит наш клиент изначально, с чем мы будем работать. То есть очень большое имеет значение, какое у нас лицо. То есть лицо может быть, ну условно мы можем поделить на две группы, это вытянутое и круглое лицо. То есть, естественно, если лицо само по себе вытянутой формы, то мне ни в коем случае нельзя с помощью бровей, а именно с помощью острых апексов вот этих уголков, ага. мне нельзя визуально его еще сильнее вытягивать. Иначе визуально клиент сразу же становится более уставшим, да, все впадины они углубляются. Естественно, мой клиент выглядит таким, немножко замученным. Да. Если мы говорим с вами про круглую форму лица, то в данном случае наоборот, мне нельзя его растягивать. В круглой форме лица ни в коем случае мы не делаем с вами прямые брови. Угу. То есть, потому что любая прямая форма с мягкими углами, она визуально расширяет, растягивает лицо. Еще больше. Да. Естественно, я должна сделать так, чтобы моему клиенту было комфортнее, удобнее, она чувствовала себя более красивой. Загорится mm -hmm. реально, с допомогою бриф, так, формы бриф, и обличье Вы даже yes. не представляете, насколько, потому что вообще, в принципе, брови отвечают в лице за эмоции. То есть, если мы возьмем одного и того же человека и нарисуем ему разные брови да, сначала там прямые, потом yeah. более восходящие. Вы, наверное, будете в шоке от того, насколько меняется мимика, насколько меняется, в принципе, настроение клиента. Потому что если бровь более приподнятая, да. особенно если внутренняя часть достаточно сильно падает вниз, клиент сразу же выглядит злым таким недовольным. Ну, так. злым. -то, плане брови да. такие, так. То есть, и все видели такие брови они называются брови пьеро когда внешняя часть она более опущена, да, и такое впечатление, что клиент вот-вот заплачет, да, как будто и очень грустно. Мы так, ты здесь поигрался, помнишь, что ты так... Я только хочу показать, да. мы начинаем. Погоняй, Да. Поэтому это все завязано, на самом деле, все эмоции завязаны на брови, как бы это смешно не звучало. Бережите свои брови, бо все эмоции завязаны на бровах. Э, Слухай, а если, э, мы говорим так, если густо растут, из них можно что-то, а есть что смыкать А если нет чего смыкать Есть что докрасить Есть что дорисовать выпадку, ну, як. Конечно, в данном случае мы можем говорить с вами не только про макияж Мы также можем говорить с вами про окрашивание бровей, когда результат более длительный То есть у меня очень много клиентов, которые приходят непосредственно за тем, чтобы им было комфортно проснуться утром да, и условно говоря, сходить в магазин, в зал, да. куда угодно, не крася брови, не рисуя, не создавая макияж для этого. Потому что результат после окрашивания бровей сохраняется в течение там, до 14 дней. В среднем это неделя. Неделя 10 дней. Естественно, любой девушке очень приятно, комфортно да. проснуться, умыться в душ сходить и все. Я готова идти там по любым своим делам. Питкорюватый свит. за зазвичай так выходят. Конечно. Слушай, Марш, ну мы можем Мы живем сейчас в час пандемии. Сильно вплынула на бьюти сферу? Смотря с какой стороны, посмотреть. Потому что мы можем с вами рассмотреть две стороны одной и той же сферы. Первая это более коммерческая сфера, салонный бизнес. Да. Да, это работа больше как специалиста с клиентами. Конечно же, здесь очень многие салоны потерпели просто крушение, потому что все закрывалось, особенно в период первого карантина, когда, в принципе, невозможно было работать. Мы также не работали, и наши клиенты прям писали мне, здравствуйте, снимите видео, как покрасить самой брови, да, потому что боятся испортить, mm -hmm. самостоятельно выполнить процедуру сложно, практически невозможно, да, но и ходить не ухоженный не хочется. А касаемо салонного бизнеса очень было сложно. Сейчас по предварительной записи уже как-то полегче. Конечно. Mm -hmm. а касаемо второй стороны, это преподавательская деятельность, то есть то, чем я занимаюсь на данный момент больше всего. В данном случае я не могу сказать, что сильно, сильно это по нам ударило, потому mm -hmm. что единственный дискомфорт был в том, что нужно было резко переходить в онлайн. То есть в онлайн-обучение. И таким образом мы смогли поддерживать аудиторию. Касаемо также вот первой волны, скажем так, пандемии, э, что могу сказать? Я провела очень большое количество эфиров, потому что мы должны с вами понимать, что нашей аудитории ее нужно постоянно чем-то подкреплять. Да. Потому что во время карантина, все помнят, да? Все фильмы пересмотрены, все книжки конечно. перечитаны. Не высточа информации, спелкубания. Да, конечно. И... и Любой человек доходит до того, хочу развиваться, хочу узнавать а. что-то новое, хочу там как-то прокачать свои навыки, знания. Выйти никуда нельзя. Угу. Поэтому э, я проводил очень большое количество эфиров для того, чтобы моя аудитория оставалась э, поддержанной, скажем так, на определенном уровне, чтобы ей не становилось скучно потому что все знают, да, не найду информацию здесь, найду в другом да. месте. Так. Поэтому моя задача была дать мак максимум информации, максимум интересного какого-то контента, да, практического контента, для того, чтобы все мои... Uh, студенти, всі мої спеціалісти змогли отрабатувати там на сістри, на мамі, на подружки, тот, хто тот, дома, скажем так. А от яким чином ти зацікавлювала? Взагалі, що більше цікавить, якщо людина хоче йде на онлайн курси там для тебе, так як стати б'юті майстром? Так що найбільше вона хоче отримати у найкоротші терміни? Uh, хочеться максимум практики. То, что хочу сказать из опыта, теория это замечательно, без теории практики качественно не будет. Но хочется больше обратной связи касаемо mm -hmm. э, непосредственно своих работ. То есть мне высылали большое количество фотографий, видео, как выполняется работа. Э, посмотрите, все ли правильно, а в чем мои ошибки. То есть и здесь очень много времени тратилось именно на разбор. Если бы я этого не делала, то естественно, знаете, как человек не остается удовлетворенным. Да. І он хоче хочуть отримати відповіді на свої питання. Що ж було не так? Ну, Це... Слухайте, я от, знаєте про що подумав? Є така тенденція, коли чоловіки займаються жіночою професією. Да, а, до тебе приходять пацани і кажуть, я хочу там навчитися класно мейк робити. Звісно. Чи... Wow. Конечно. прикольно. Багато? А на что они звертают увагу, прежде всего? А, ну, я бы не сказала, что слишком много, конечно же, преимущественно это женщины. Да. А, но есть достаточно большое количество мужчин, которые также хотят освоить профессию, либо они уже с ней знакомы, но хотят больше прокачать свои навыки, скажем так. Слушай, круто. Слушай, кого важно учить, девчат или мужчин? не могу сказать, потому что на самом деле характер у всех людей абсолютно разный. Так. Да, и есть люди, которые очень легко воспринимают mm -hmm. информацию, легко критику воспринимают, все остальное, а есть, которые нет. И это абсолютно не зависит от того, мужчина это или женщина. Ага, ну, то есть каждому свое, как я и думал. Так. Вот mm -hmm. в взагалі я сейчас просто понимаю, для себя анализую, что бьюти-индустрия, она очень величезна, очень много мастеров, так, сейчас очень много мастеров с визажутом, провистов. Взагалі, возможно, карьеру сбудуваты у, у цей сфере? На самом деле, да. Честно я вам скажу, что когда я начинала, это было 7 лет назад, э, я начинала, как, пожалуй, и все, да, с обычного салонного специалиста, да. и на тот момент я, в принципе, не понимала, какое может быть в этом развитие, да, то есть сегодня так, завтра так, через месяц, через год, одно и то же, одно и да. то же. И на самом деле эта профессия, она может очень хорошо раскрываться, скажем так, потому что с каждым днем я понимаю, что как говорится, раскрываются все больше и больше горизонты. То есть я никогда не думала, я даже не знала о том, что происходят такие чемпионаты, да, mm -hmm. выставки, yeah. разные мастер-классы, выездные, невыездные, онлайн, оффлайн. То есть это все, оно есть, и к этому нужно стремиться. То есть не обязательно зацикливаться на том, что если я <coughs> салонный специалист, то больше мне расти некуда. Это неправда. Можно стать тренером чемпионата, можно стать судьей. Можно Ничего участвовать, боится. да, можно участвовать в чемпионатах, можно стать преподавателем, то есть обучать. Это да. на самом деле просто безграничное поле возможностей. Самое главное захотеть, потому что очень многие люди просто не хотят и говорят: "Ой, да там нечего делать, скажем так, есть что делать". Тобто -то всем всего выстачить. Обязательно. А особенно, если ты творчая личность, и у тебя есть свой взгляд на то, как сделать макияж. Это та самая правильно? Конечно. Это абсолютно ровно то же самое, что и писать картину. Да. да, потому что вот даже часто сравнивают с тем, что вы же тоже художник. На самом деле, да. И вплоть до того, что мы художники настолько, что мы можем рисовать те же самые картины, только на бумаге косметикой. Mm -hmm. Это называется face chart, и мы постоянно это делаем перед какими-то важными мероприятиями, теми же чемпионатами, потому что нужно изначально создать образ, его намного да. легче нарисовать и создать на бумаге. И потом его мы уже переносим непосредственно на нашу модель. Слухайте, це як маска, яку ти от просто ти дивишся так, людина, як це лист білий, ти намалювала, а потім нібито поклала на людину. Ну, це цікаво. Це вже Слухай, так, знаєш, це? Що, що мене ще цікавить? Дивись, уважаєш, руки, руки не мають тремтіти, да, щоб зробити там рівну лінію. Це дуже просто... желательно, це... От... щоб я, от... ровна стрілка вийшла. От... от, от я і думаю, чи можна займатися паралельно в тренажерному залі, підіймати там важкі гірі, там штанги, а потім бути бровістом, який робить ідеальну лінію, наприклад, там чи Конечно, можна. Е, любой Спорт uh ⁇ -huh. это обязательная составляющая любого бьюти-мастера, потому что мы должны с вами понимать, что мы все работаем стоя. Uh -huh. Независимо. Я делаю брови, я делаю макияж, я читаю курс, я все время стою, я все время на ногах. И, естественно, если у меня нет никакого спорта, это очень Важно. сложно, потому что идут проблемы со спиной. Да, чтобы этого не было, обязательно нужно все это поддерживать. Касаемо э, больших весов, да, которые да. можно поднимать в зале, можно все, и я все-таки склонна к тому, что руки дрожат больше не от большого веса, а от, э, да, от нервов. Да. То есть если мы внутри спокойны, стабильны, угу. то все будет замечательно, можно совместить все, что угодно. Так, слухай, ну прикольно. Взагалі... Треба, треба тобі теж Катюха йти в зал? Взагалі, от як я зрозуміла натяк. <гум> ні, 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 націк, я схорону. Да? Я схоро... окей, окей. Я серйозно. Це з схоро... заботою здоров'я. Так, ми зараз доведемо, а... я перевіримо теорему, хто з нас там прочухана отримує після ефірів. Кому сьогодні збрить брови? <гум> так, але я все ж таки запитаю, який найгірший клієнт для б'юті-майстра, для візажиста? От взагалі трапляються такі бяки? Uh, uh -huh. Ну как, конечно же, даже я бы не сказала, что это самый плохой клиент. Я бы сказала, что это больше зависит yeah. от настроения. То есть один и тот же клиент может быть как самым лучшим клиентом, yeah. так и самым ужасным клиентом, потому что все зависит от того, в каком настроении она к вам пришла. Но на самом деле любое настроение, с каким бы клиент ни пришел, его можно исправить. То есть очень важно быть внимательным, быть обходительным, быть быть приветливым. Что бы, например, у меня не происходило в жизни, да, какие бы там проблемы, сложности не были, это никогда не должно отражаться на работе, потому что ваш клиент никогда в этом не виноват. Самый требовательный клиент — это, наверное, тот, который молчит. Ага. Который молчит, потому что сложнее всего разобраться, нравится ему или не нравится. Да, если не нравится, что именно хочется исправить, то есть что хочется улучшить. Когда человек молчит, это только, знаете, как... Шоу интуиция. Mm -hmm. И, вот. схово, и что он хочет. Да. И нужно самому догадаться, что же именно он хотел. Но есть и люди, которые приходят до майстра, и они ожидают, что мастер должен посмотреть, загалом картину. Так, Конечно. Каждого людина и сама не знает, что и больше. Да. И это абсолютно нормально. Это абсолютно нормально, потому что я всегда сторонник того, что если бы мой клиент Умів делать красиво бровілі макіяж, ко мне не прийшов. Воти не ну це 100%. Це я думаю, що ніхто б нікуди не ходив, як, як так якби Якщо б ми уміли все, все Слухай, Маш, давай на завершення. Ми завжди просимо наших експертів. От нас зараз дивляться люди, які хочуть стати там круто робити мейк, там класно брови робити. З чого потрібно починати, як правильно рухатись. Давай там топ 3 топ 5 Самое главное для того, чтобы понять вообще, нравится вам эта профессия или нет, это в первую очередь нужно посмотреть на людей, которые уже успешны в этом деле, чтобы разобраться, я хочу быть такой же или нет. То есть я ни в коем случае не за то, чтобы копировать, повторять, все остальное. Нет. Нужно просто разобраться в направлении. То есть меня это интересует или мне это скучно. Потому что очень многие люди приходят на обучение и буквально там через Два дня понимаю, что, о нет, мне скучно, я не хочу. Mm -hmm. То есть, чтобы такого не было, лучше, знаете, как договориться на берегу. Так. Это первое. Далее следует начать с того, чтобы выбрать, у кого же хочется обучаться. То есть, в выборе преподавателя очень много нюансов, потому что этот человек должен быть приятным. Да? То есть, я должна его воспринимать. Он должен быть для меня авторитетом. Его работы должны быть для меня качественными, красивыми. Я хочу делать так же. Mm -hmm. да, то есть, если я смотрю и уже вижу ошибку, скажем так, mm -hmm. в работе специалиста, я уже понимаю, что я не хочу учиться так. Mm -hmm. да, то есть для того, чтобы далее не было конфликтов, что а я думала, mm -hmm. вот чтобы такого не было, изначально я посмотрела, мне все понравилось, я там пообщалась с людьми, которые там обучались, все, я сформировала мнение, что я хочу обучаться именно у этого специалиста. Mm -hmm. а, и следующее это, конечно же, на первом этапе выбрать, что больше мне интересно. Брови, ресницы, макияж, волосы, все что угодно. Да, то есть нужно э, изначально выбрать какое-то одно направление для того, чтобы не распыляться. Mm -hmm. Далее, когда есть уже какая-то структура, mm -hmm. я могу добавлять, 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 обучаться новому. Потому что если все и сразу это в голове такое большое облако, и я не да. понимаю, за что браться первым, да? что отработать. Прически, ресницы, брови, макияж то есть что делать раньше. Наверное, наверное, с этого следует начать. Так ну я зрозумів з чого потрібно О, починати, так так вірно визначити з чого починати у нас у студії була Марія Притолюк, чемпіонка України і Європи з макіяжу та оформлення брів. розповідала нам про модні тенденції, про те, взагалі як стати майстром в цій галузі, і як взагалі зробити жінку щасливою і, взагалі, і чоловіка також.